Встречайте! Новый телепроект об интерьерах и дизайнерах. Модных салонах, актуальных коллекциях и ярких событиях. Все об интерьерном пространстве и дизайне. В программе «Шоурум» с Ириной Фоминой. Лепнина, молдинги, фрески, обои, компаньоны. Все эти сложные специальные названия сегодня актуальны и для ремонта в самой обычной городской квартире. На этот раз нас заинтересовала работа молодых дизайнеров. В объективе нашего внимания юная Раиса Белькова. Ее интерьер в стиле современная классика. Раиса Белькова – дизайнер. Окончила факультет архитектуры и дизайна. Сегодня активный, востребованный специалист. Часто ведет несколько объектов сразу, разных по сложности и задачам. Совершенствуется, набирает темп. Раиса считает, что хороший интерьер заслуживает каждый. И не важно, какой площади квартира или дом. Главное – найти своего дизайнера и быть на одной волне. Раиса, мы сейчас находимся в небольшой городской квартире. Расскажите нам, пожалуйста, как стояла задача и почему вы решили остановиться на современной классике? Ну, во-первых, это было самое первое пожелание, да, о том, что клиентам нравится классический стиль. Я поняла, что обязательно это должна стать гостиная. И далее, если мы пройдем, мы увидим еще и кухню в этой же стилистике. Почему мы выбрали именно эти помещения? Потому что они являются гостевыми. Здесь обязательно собираются друзья, приезжают родственники. Здесь мы проводим очень много времени. И эти элементы, да, помещения, они должны создавать обязательно уют, тепло и гармонию. И именно это нам дает классика. Какие элементы декора вы использовали для того, чтобы подчеркнуть классический стиль? Современную классику подтверждали такими элементами, как пилястры, различные молдинги, которые присутствуют на стенах. Можно его просмотреть, например, на этом стеллаже. Такой интересный витиеватый рисунок в поддержку наших обоев. Плинтуса, потолочные карнизы. Для интерьера Раиса выбрала зеленые тона. Актуальные в этом году оттенки кудрявая капуста и оранжерея. Гостиную украшают традиционный камин, элегантные кресла, плотные шторы с серебристым орнаментом. Эффектное сочетание разных по цвету обоев дизайнер использовала как дополнительный декор. Мы выбираем несколько вариаций обоев, прикладываем друг к другу, берем, если, например, нам салон разрешает, на примерку, и смотрим уже по месту, потому что в салоне обои могут смотреться одним образом, приехав на объект, они уже смотрятся по-другому. Чтобы поближе познакомиться с материалами, которые использовала Раиса, мы с дизайнерами отправились в торговый центр «Республика» в салоны «Декомастер» и «Декорация». Салон «Декомастер» удобно расположился на первом этаже торгового центра, слева от эскалатора. Все, что необходимо для оформления интерьера, подробно представлено на экспозиции салона. Наши коллекции из полиуретана представлены розетки потолочные, пилястры, полуколонны, различные декоры. Карнизы потолочные, молдинги, декоры, которые можно украсить не только стену, но и использовать на потолок. Полиуретан. Материал очень легкий, прочный, прост в монтаже, не деформируется при перепадах температуры. Изделия из полиуретана можно использовать как в жилых помещениях, так и в помещениях с повышенной влажностью. Также у нас очень большая коллекция цветных интерьерных молдингов. Это полистирол высокой плотности с добавлением древесного угля. Помимо традиционного декорирования стен цветными молдингами и оформления в багет картин, зеркал и фотографий, продукцию «Декомастер» можно использовать для украшения дверей, предметов мебели, кессонного потолка. Можно сказать, что цветные молдинги – это хороший повод для творчества и экспериментов в интерьере. Еще одно направление, которое представляет «Декомастер» для интерьера – это декоративные балки. Можно пройти к стенду. Декоративные балки внешне очень похожи на балки из натурального дерева. Они очень легкие, полые внутри. Ими можно задекорировать коммуникации, трубы, провода. С легкостью можно использовать, применить их на потолок, на стены. В салоне «Декомастер» представлены декоративные балки немецкого и российского производства. Широкий выбор размеров и фактур позволяет стилизовать и визуально корректировать пространство. Обои для интерьера Раиса подобрала в салоне «Декорация». Здесь можно найти как демократичные по цене варианты,
так и обои из коллекций известных в мире дизайнеров. В нашем салоне все обои представлены в виде выклеек. Это наглядно позволяет представить покупателю, как эти обои будут выглядеть в интерьере, понять рисунок, да, текстуру обоев. К тому же, любой понравившийся рулон у нас можно взять на примерку. Для любой идеи дизайнера в декорации найдется решение. Будете ли вы комбинировать обои разных цветов, сочетать рисунок с однотоном или добавлять яркие акценты в интерьер? Здесь вы найдете популярные сегодня имитации природных фактур. Обои с принтом под кирпич, камень, дерево, декоративную штукатурку и ткань. Сделать интерьер легким, воздушным помогут разные оттенки белого. Этот не сдающий позиции тренд широко представлен в салоне декорация. Особенными, объемными выглядят стены, декорированные фресками. Гостиная, спальня, прихожая, детская. Обои для комнат во всем доме можно подобрать в одном месте – в салоне декорация. Возвращаясь в интерьер Раисы, мы обратили внимание на декор в других комнатах. Кухня выдержана в спокойных классических тонах. Стены украшают фрески и изящные светильники. Детская – в морском стиле. Интересное решение с перегородкой из деревянных балок. Зонируют комнату, не создавая эффекта глухой стены. Обои с вертикальным рисунком зрительно увеличивают потолок. Спальня. Мягкость, умеренность. Разнофактурные обои делают помещение объемным, деликатно выделяя акцентные зоны. Любой проект начинается с мечты. Главное – захотеть, представить свой дом, задумать свое будущее. Тогда все детали интерьера станут излучать энергию вашей надежды и создавать нужную атмосферу. А еще это командная работа. Важно доверять, гореть общей идее и добиваться цели. Нужно отдать должное нашим клиентам. Если клиент доверяет дизайнеру и работают все вместе на одной волне, дизайнер, клиент и салон, то интерьер получается хорошим.